Как он тут оказался? Катя, будешь наказана! За спину свою смотри хотя бы когда-то в жизни, ну в смысле? Да ты чё орёшь ты на меня? Ну я ж не видела. Да я-то не ору, просто мистер Крипер, ну слишком коварное существо. Вот ты стоишь, ничего в этой жизни не подозреваешь. Потом подойдет такой па! И все, ну, и до свидания. Ну конечно, я стою на черепашек, смотрю, вообще хотела зайти. Откуда я знала, что он сзади меня подкрадется? Это черепахи, ёп. Корный баба, это мы просто так серию хотели начать. Вот я ждал, пока Катя там соберется, там накрасится, юбку наденет, там вот это все причиндалы наворотит. Стоит, мистер Крипер подошел, пуп, взорвал, все, до свидания, все черепахи сейчас уйдут, уплывут. А ты знаешь, это идея, дизайнерское решение, чтобы черепахи тут плавали. Смотри, мы сейчас вот так вот прокопаем, все, водичкой все залить. О, у нас тут немножко даже железо есть. Ура, хоть какой-то плюс в этой жизни от взорванного участка. Это вот то, что сейчас ламы убегут и все остальное. Ладно, дай хотя бы так сделаем, закроем, потом разберемся. Ладно, все, иди сюда. Пускай черепашки здесь гуляют, мы в любом случае хотели половину отпустить на свободу, потому что, ну, слишком много у нас черепах расплодилось, и мы просто не успеваем за ими всеми следить. Поэтому, если они убегут, значит, это даже к лучшему. Иди сюда, а подожди, главное, чтобы панда не убежала, а панда же может убежать. Эбарабада! Заразила меня твоя права, а мы бежим как будто бы от панды. Посмотри, ведь это наша провода. Все, тихо. Короче, мы у нас вообще на эту серию были другие планы. В принципе, они сейчас будутся. Только дайте я хотя бы... Это кто? Это Дашка, Наташка, Сашка, Машка, Пашка или Антошка? Или... Это уже не важно. Это уже не важно. Ну, слушай, две панды, пу, панды, две черепахи, две черепахи нам хватит? Хватит, как раз, ну, чтобы не разводили, ну, потомство. Да, ну, если что, мы будем их потом разводить. Дети мои, вы уже взрослые, 18-дневные, полнолетние, совершеннолетние. Вот сейчас вы можете от своих родителей вот свалить отсюда куда-то там в университет поступить, там своими делами житейскими заниматься. Поэтому давайте, дети. Взрослое плавание, мы вас отпускаем. Угу. Валите. Один уплыл, ты даже не поплачешь, ты с сыном прощаешься. Ну уплыл. И с Катей дорожка, вот так вот, значит, ты родительский, да, вот чувствую вот это все. Кать, мы их даже не кормили. Ну да, есть такое. Уходите, дети мои, уходите, уходите, давайте. Сейчас мы всех отпустим, еще минус один. Давайте все, ну как бы, ребята, поддержите действительно нас в комментах, потому что у нас слишком много черепах появилось. А вот этот не хочет уходить. Слишком много черепах появилось, и мы просто реально не успевали за ними следить. Как говорится, захотите, вернетесь. А, кстати, да, они же могут в любой момент так вернуться. Смотри, вон она плавает, вон она. Дратучи. Вот, давайте вот так. Все, давайте. А ты, если хочешь, ты оставайся здесь, все хорошо, мы тебя не будем выгонять. Так. И вот так, смотри, все, вот. Все как будто новенькое, как будто Кате только что Крипер задницу не взорвал. Как будто все хорошо в этой жизни. Да. Вот, ну, кстати, так. Пусть они плавают рядом с нашим домиком, им, по-моему, так даже лучше будет. Да, плавать. А этих двух оставим для разведения. Согласен. Ну а сейчас я тебе предлагаю сделать то, ради чего мы сегодня с вами здесь дружно собрались. Что же? Давай, пора валить, давай. Деньги на карманные расходы у тебя есть, давай, не позорь семью, все ушли, ты один остался, давай. Уходи. Давай. Уйди. Ты посмотри, какой, а. Вот, до свидания. И больше не возвращайтесь. А сейчас подготовочка. В первую очередь мне нужно зачарить мой новый лук, потому что мой старый, прочность 1, как бы уже сейчас сломается. Поэтому я прямо сейчас иду за лазуритчиком, беру лазуритчик и чаю себе новый лучичочек на 30 уровень, который уже идет силой 4. Па! Дрыть колотит сила 4 и прочность 3. Подожди, ты себе зачарил всю броньку? Да, а кстати, а мне? Прочность 3, защита 3, прочность 3, вот смотрите, у меня прям уже суперская бронька, а у тебя даже шлема нет, где твой шлем? У меня есть, я хочу зачарить. Ну давай чарь тогда. После этого я сюда запиндюли мокрую губочку, чтобы ее высушить, и я взял немножечко ресурсов, 30 палочек,
перышко у нас вот здесь и добыл немножко кремния. Из этого всего у нас получается больше, чем один стак стрел. Ну, к моему зачаренному лучку. Ага, поделись со мной стрелами, пожалуйста. Держи. Украинский синий щит взял? Взял! Немножко блока взял? Взял! Еду взял? Взял! Катюх, еду возьми на всякий случай. У меня... Здравствуйте, приплыли. Иди сюда быстрее. Чё? Ты чё, в родительское гнёздышко вернулся, а? Так ты ещё и огород топчешь, а? Бесполезный сын. Ну, или дочь, я не знаю, кто это. А, это самое! Что такое? Беги сюда скорей. Да что вы мне дадите сегодня ресурсы по сундукам разложить? Что? Смотри. Только не говори, что ещё один приплыл. Ещё двое приплыли. Слушай, вы, наверное, дети, не поняли то, что мы вас, в принципе, навсегда отправили, а не просто на прогулку в магазин туда-обратно за хлебушком. Ладно, не мешает же, пусть тусят. Ладно, пускай здесь живут, да? Если хотят к родителям в гости наведаться, пускай наведут. Ты куда залез, балбес? Упадёшь, ногу сломаешь. Ну, в смысле, что-то другое. Черепах же вроде ног нет. Этот лук выбросим, и эту железную кирочку тоже выбросим. Все остальное... Кстати, Екатерина Выхухляцкая! Нас подписчики сейчас чуть не захейтили. Они бы такое писали. Подожди. Я сделаю себе немножечко пузырьков. Вот так вот. Стекло обратно выложу. Иди сюда, Катюха. Держи. Я не могу пройти, потому что... Ага, и ты весь это самое. То, что выбросил, к тебе обратно вернулось. Держи. 6 пузырьков. Забирай себе. Спросишь, зачем? Зачем? А, ты уже спросила, зачем. А затем то, что мы с тобой будем собирать... Дыхание дракона. Фу. Ну, в смысле, он будет дышать, мы будем собирать... Ну, знаешь, для чего? Для крафта супер-пупер всяких крутых зелий. Например, какое супер-пупер-крафт зелье? Какой? Супер-пупер-крафтовое зелье можно будет потом сделать. Крафтовое. А что оно дает? Что оно дает? Оно дает какой-то суперский эффект, какой-то суперский он дает. Ты знаешь, как будто на уроке литературы отвечаешь. Вроде вот. Бы отвечаешь, а вроде бы не отвечаешь. Вот скрафтим потом, сделаем супер-пуперское зелье. Вот тогда и узнаешь, что за эффект оно дает. Все, давай, пошли. Мы плывем. Ну, в смысле, поплыли. Чё ты умничаешь только в этой серии, не могу понять. Плывем. Так я сижу, да ты ведешь машину. Лодку. Так, новая песня. О, давай. Раз, два, три. Акуленок, тутеруруру, я малыш. Акуленок, тутеруруру, я дебил. Ты дебил. О-о-о-о! Как мы угадали то, что я хотел сказать, что я дебил. О, сколько здесь лодочек заброшенных. Вылезайте, Екатерина, вылезайте и давайте за мной. Попрошу вас пройти в портальчик, который где-то находится вот, не помню где, правда, но где-то вот здесь. Опа, главное. Прыгай вниз, давай, я тебя жду. Куда вниз, сюда прям? Да, давай. Я не умру? Не умрешь, давай. Видишь, я тебе спас. Давай, проходи дальше. Подожди, у меня 3 сердечка. Все нормально, жить будешь. Люди не с таким живут. А, так подожди, мы же даже еще подписчикам не сказали, что мы сегодня будем делать. Мы такие, идем. Ты даже мне не сказал, что мы будем делать, я просто... А, я даже тебе не сказал. Мы же решили то, что мы сегодня дракона будем убивать вот в этой серии. Дракошку! Слушай, ну мы много уже чего сделали, на самом деле. И вот этот подводный маяк построили, и вот... И все сделали, больше не помню, что мы делали. Кстати, надо... да, подожди. В предыдущей серии же мы скрафтили вот этот подводный маяк, который дает нам подводное бесконечное дыхание. И, кстати, это было в предыдущей серии. Надо предыдущую серию посмотреть или нет, Кать? Конечно, надо, иначе ничего не поймешь, почему вообще мы здесь оказались. Не будь пипукой. Вот тыкни сюда на подсказочку и только после просмотра предыдущей серии переходи на вот эту. А сегодня мы убиваем эндер-дракона. И если кто-то сейчас подумал хотя бы на секунду, то что после этого заканчивается выживание, хо-хо-хо, вообще нет. У нас впереди еще очень много планов, которые мы с Катей пытаемся осуществить. Ай! Ага, вот видишь, Катя не ожидала, и ты не ожидаешь то, что у нас еще выйдет куча серий по выживанию. А сейчас...
Эта дорога только в один конец. Почему в один конец? Мы не вернемся? Ну, если повезет, то тогда вернемся. Катюха, короче. Выкинь тыкву, которую я тебе дал, и выкинь ножницы, которые я тебе дал. Тыкву можешь поставить даже вот сюда. Ставь тыкву. О, эта пипука уже летает. И ножницы давай быстренько выкидывай. Дай. Держи. Еще одну тыкву ставь. Куда? Да хоть куда ставь. Вот. Вот так. И что ты сделал? Держи тыкву и надевай ее на бошку. Зачем? Ну вот я надел, смотри. Ничего же не видно! Ну, зато знаешь, почему это, знаешь, зачем это? Это тебе просто такой лайфхак. Теперь на тебя не будут нападать эндермены. В принципе, вообще. Ну, конечно, если ты их не будешь бить. Так они так и так не нападают. Ну, они нападают только тогда, когда ты смотришь им в глаза. Только тогда они нападают. Ладно, короче, снимай эту фигню, у нас с тобой... Так я не вижу нифига! Ну так снимай, надевай шлем! Короче, Кать, твоя... Где дракон? Так, дракон летает, но перед тем, как его убить... Его сейчас убить нельзя, знаешь почему? Нет. Потому что он восстанавливает жизнь вот с этих кристаллов, которые вот там наверху находятся. Ага. Вот, а у меня есть лук тоже. Ну ты лучше не стреляй, потому что в реале ты сможешь попасть. Короче, вот эти все кристаллы нужно уничтожить. И только после этого мы сможем наносить урон вот этому эндер-дракону, понимаешь? Меня эндермены жрут! Они меня убьют! Катюха, так ёхри бабай, ну надень ты тогда хотя бы тыкву, но я тебе её не просто так дал. Кать! Снимать! Ты сказал снимать! Я не сказал, иди сюда, подойди ко мне, да не убегай ты! Так это самое, ой! Сейчас спасем твою задницу! Бей! Всё, я надела тыкву. Да-да-да, всё, так и стой. Ой, всё равно меня бьют! Всё, я их сейчас убью, я не больше не буду тебя бить. Всё, иди сюда, короче, твоя задача. Когда мы будем бить эндер-дракона, возьми в руку вот те пузырьки, которые я тебе дал, пустые. И когда он будет дышать, собирай правой кнопкой с пузырьком в руке его дыхание. Правой кнопкой? Да-да, правой кнопкой. Короче, а моя сейчас задача, вы знаете, в чем заключается, в том, чтобы уничтожить все эти кристаллы. Только после этого мы с Катюхой сможем отправиться, ну, туда, чтобы убить этот эндер-дракон. Поэтому, Кать, защищай меня, там, я не знаю, спой песенку дракону, чтобы он на меня не обижался. Вот. Так, дракончик, хорошо, давай, спокойной ночи, малыши, спят усталые игрушки. А книжки спят, дракошка тоже спит. Да-да-да, молодец. Сейчас, да, попади ты уже, пожалуйста. Да, ёханый бабай, не могу попасть. Не сбрасывай меня только. Какой он большой. Вот, когда он будет дышать тогда, когда он находится там на центре. Вот сейчас он дышит, иди собирай. Господи, как собирать-то? Ну, правой кнопкой возьми этот пузырек в руку и собирай правой кнопкой. Вот это вот фиолетовое? Да-да-да, вот. Во, молодец, освежи дыхание, Катюха. Господи. Я как я попадаю, прям как снайпер. Ууу, я реально снайпер. Все шесть собрала, меня сейчас убьют. Молодец. Короче, мне осталось еще уничтожить два вот эти фигни непонятные. Едрить, я чуть жизни себя не лишил. Так, залезаем. Как можно выше залезаем. Мне еще нужно парочку кристальчиков уничтожить. И все, Катюха. Потом убиваем дракона? Да, потом убиваем дракона. А-а-а, собака! Вот последний. Я вряд ли туда смогу, конечно, попасть. Но ладно, тогда просроюсь. Сейчас так просроюсь, то, что он даже не ожидает мое простроительство. Последний. Все. Спускаемся, и, Катя, ты готова? Вот сейчас ты можешь его бить, и он не будет восстанавливать жизни. Бей его. Кого бить-то? Дракона ядрить, колотить. А где он? Только аккуратно, он будет тебя очень сильно отбрасывать. А почему все эндермены на него побежали? Они защищают его. Они его бьют наоборот. Да? Да. И меня бьют тоже. Иди сюда, иди ко мне. Нет, я боюсь. Давай, Катюха, чё ты, а где ты вообще? Я здесь. Так как раз таки за тобой нормально бегаю, давай сюда ко мне. Так а почему они за мной бегают вообще? Ну так потому что ты... Ооо, едрить, колотить, а чё вас так много?
Давай, давай! 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 Давай, подожди, подожди, подожди! Собираем, 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 собираем! На! 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 Ой, как он отбрасывает! Нифига я отлетела! Да, главное не умри. Главное не умереть, Катюха! На! 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 Сейчас половина здоровья уже снесем ему! Иди сюда! Сейчас я восстановлюсь! Давай, да. Ой! Ёханый бабай! Все, почти половину здоровья мы ему снесли! Я сейчас стрелой попробую его. Давай, 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 давай. На! На! Нифига не получается. Это я попал. Блин, лучше бы сказать, что это я попала. Я бы хоть в себя поверила бы. Еда заканчивается из этого дракона и стрелы. Это я попал, это опять я попал. Ты почему такое? На, это я? На, это я его бью. Подбегай, бей мечом! Блин, ну ладно. Он сейчас невосприимчив к стрелам. Бью! Давай, 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 подходи, 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 бей, 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 на, бей, бей, бей! На. Эй, ты куда полетел? Ну он меня отбросил. Дай, так, иди еды сюда. Нет, еды нет. Чуть-чуть осталось, грубо. Чуть-чуть, прям очень мало осталось, прям ты очень мало. Вниз сюда. Так, у меня всего лишь 11 стрел осталось. Катюх, давай. Да, попал, попал, попал. Еще раз попал. Это я попала. Вот сейчас ты вроде попала, вот сейчас ты попала. Ура! Так, последние два выстрела, скорее всего, у него осталось. Так, подожди. Попал! И последний выстрел! Попал! Иди собирай опыт, Катюха. Это опыт? Да, только не падай в яму. Ёпарасы ты. На! У меня 62 уровень. 62? 62. У меня только 39, ты поди все собрал. Ну, наверное, да. Но в любом случае, 39 уровень, это можно примерно 3 шмотки зачарить, прикинь. Только вот мне как раз и надо шлем и ботевые штаны зачарить. Это было потно, вот иди там еще опыт собери. Где? Вот там, вот туда иди. Пока. Вот. Я не знаю, как мы справились, но мы справились. У меня еще 5 дыханий дракона. Я последний пузырек не собрал, но да ладно. А зачем нам нужно дыхание? Для крафта зелий, я же тебе сказал. Точно, точно, точно. Ну и зачем ты на них специально смотришь, чтобы они потом тебя атаковали? Ну, Кать! Ты научишься в этой жизни хотя бы иногда в Майнкрафт нормально играть. Екатерина, 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 микрофон, поделитесь своими впечатлениями. Поделитесь. Я в шоке просто в таком нереальном. Это что-то с чем-то. Я думала, тот кабан на рейде будет самое страшное в этой жизни. Но нет, дракон это хуже намного. Она первый раз в жизни убила дракона. Я вообще думала, мы не справимся на самом деле. Но это еще так же не все, потому что, Катя, в следующей серии мы с тобой заберем вот это яйцо дракона, видишь? Какое? А как его забрать? Ну подожди, главное не тыкай на него. Заберем вот это яйцо дракона и после этого пойдем, знаешь куда? Где этот портальчик? Я его сейчас не вижу, но где-то здесь появился проход в другое измерение. А, кстати, вот оно. Именно в следующей серии мы постараемся найти летающий корабль и забрать оттуда элитру. И, возможно, какие-то крутые вещички. Они там будут 100%. Кого забрать? Элитру. Это крылья так называются. Ну все, давай тогда скорее заканчивать, потому что я уже хочу следующую серию как можно скорее. И ты, если хочешь новую серию, дай нам знать об этом в комментах. И напиши, чем нам с Катей дальше заниматься. Вот, ну что нам сейчас делать в Майнкрафте после дракона и после крыльев? Напиши. Хочу фигней заниматься. Ну вот, значит, будем в следующей серии фигней заниматься. Всем спасибо огромное за просмотр, всем удачи и всем па! Попрощаешься в этой жизни с людьми? Так ты подойди ко мне, я попрощаюсь. А где ты? Здесь. Так просто закричи, пока тебя услышат. Я хочу, чтобы они меня видели. Все видят? Да, видят. Все, всем пока. Пока. Пока-пока.